Всем привет, и я хочу попросить вас подписаться на канал, ведь вы можете пропустить любой из моих видосов, а может быть вы уже пропустили. Так что подпишитесь. Ну и вот, я сегодня буду лепить и делать самостоятельно машинку Гренни. Да, все, я начал. Сейчас начну. Для этого нам нужна такая железная машина. Вот ее мы должны фольгой обмотать и скотчем закрепить. Итак, дальше я беру легкий пластилин. 4 цвета. Их смешиваю и начинаю налепливать на машину. Ну а дальше вы разберетесь сами. Ну и вот я покрасил машинку розовым цветом, и это масло засыхало целых 3 дня. Ну вот, а сейчас акрилом я делаю жидким слоем ржавые места. Вот сначала я сделаю ржавые места. Ну вот, вы пока наблюдайте за процессом.
Вот такая у меня получилась машина. Вот здесь все есть. Вот стекла я сделал из бутылки. Ну да. Вот там есть сиденье, сцепление. И, конечно же, газ и тормоз. Вон. И заднее сиденье тоже. И руль от Лего. Вот посмотрите, машина, кстати, едет. Только задние колеса, там пластилин чуть-чуть мешает. Ну и вот. Машина вытаскивается легко вместе с фольгой, а потом фольгу просто убираешь. Ну вот, надеюсь, вам видео понравилось. Вон у меня все там есть. Делал я каждую деталь отдельно. Надеюсь, вам видео понравилось. Подпишитесь, а то вы можете пропустить такие же видосы. И, кстати, это новый такой видос. Раньше я только лепил. Ну и вот, подпишитесь. Я буду очень рад. Ну а с вами был Ржавик. Всем удачи. Счастливо. Пока-пока.